Помните, дорогие ребята, узнали, это я, тетушка-сова из научного дупла. А вот и наши буковки А пришли к нам. Здравствуйте, прописная заглавная буква. И ты, маленькая строчная буковка. Как выглядят буквы А? Поиграем в слова. И не просто в слова, а только в те, которые начинаются с А, то есть 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 с А. Покажу вам все эти три апельсины. Это слово начинается с буквы. Эту букву. Я очень рада нашей новой встрече на уроке азбуки. А вы рады? Чувствуется, что настроение у всех сегодня... На прошлом уроке мы с вами выучили букву... Зовут ее... Какие... Смотрите, детишки, они с вами Хватит, хватит, спасибо. Кстати, детишки, у меня есть новый мультик про... Здравствуйте, дорогие ребята! Теперь мы выучим следующую букву алфавита. Великолепно! В. Вот это буквы В. Помните, на прошлом уроке мы учили веселую букву О? Буквы словно на подбор, ровно 33. Здравствуйте, дорогие ребята! Теперь мы выучим следующую букву алфавита. Вот это В. Встречайте их, ребята! Одна постарше за главное. И...